событий и мнений. Мы расскажем о некоторых из них. Это итоговая программа «Столица» с главными событиями этой недели. Вас познакомим мы, Марина Калмыкова. Виталий Шувалов, здравствуйте. Вначале коротко, о чем будем говорить в ближайший час. Антрацитовый Мурманск или 50 заполярных оттенков серого. Это просто, просто чернота, сплошная чернота. Это невозможно так жить. Угольный ветер над городом. Торговый порт наращивает объемы перевалки угля. ПДК очень высокие установлены для порта. То по субботнему происшествию. Люди в черном. Дети в детском саду не выходят на прогулки, а мурманчанам грозят серьезные заболевания. А среди детей очень много астматиков, аллергиков. Учитывая вот эту угольную пыль в воздухе, может быть обострение. Кто завалил Мурманск угольной пылью, в скандал вмешалась прокуратура. Модернизация из-под палки. Они переходят на систему оплаты по терминалу, и все должны оплачивать через терминал. Пенсионеры против терминалов и банкоматов. В Сбербанке навели порядок. Всегда будет прослойка населения, которой тяжело пользоваться современными услугами. Оплачивать коммунальные услуги по-прежнему можно в кассах. Сокращение аппарата госслужащих и рост цен на продукты. Особенную тревогу вызывает изменение цен на социально значимые продукты. Как и в кризис 2008-го, в области снова действует оперативный штаб. На защите рыбаков депутаты затягивают пояса, пишут письмо Медведеву и спорят, платить ли зарплату человеку под домашним арестом. Я не знаю больше такой специальности, любой специальности, когда человек может исполнять свои обязанности, будучи и получать заработную плату немалую, будучи под домашним арестом. Спасибо. Фигурант уголовных дел хочет работать на дому. Однажды в черном-черном городе или антрацитовый Мурманск. Торговый порт отравляет жизнь горожанам. Столица Заполярья в начале недели накрыла угольная метель. Из-за того, что в порту, судя по всему, увеличили объемы перевалки угля, страдают горожане, дети в саду сидят без дневных прогулок, на город как будто обрушился град из чернозема. Достаточно взглянуть практически на любую дорогу, на любой двор в центре. С торговым портом пытались вести переговоры экологи, ходили туда на экскурсию депутаты, вопрос поднимался на уровне губернатора. Тогда бизнесмены вроде бы заверили, установим специальные пушки, пыли будет меньше. Но пушки зимой не помогают, а деньги оказываются важнее здоровья сибирян. В эпицентре оказались жители нескольких улиц, расположенных рядом с торговым портом. Ни форточки открыть, ни с детьми погулять, да что там дети, хороший хозяин и собаку на улицу не может выпустить. Просто чернота, сплошная чернота. Это невозможно так жить и растить детей. Ухудшение здоровья никак не наметилось? Наметилось. Так если у детей аллергия? Да, аллергии сплошные. И у меня, и у детей. Начинают кашлять беспрестанно. У нас животное, он там дает голод о себе. Ходим гулять туда, в сторону порта. Там какая там улица, водопроводная или какая? Вот, частенько запах какой-то то ли серый, то ли чего-то там. Погрузки, разгрузки вот эти. Сейчас наверняка есть какие-то технологии, которые позволяют беспылевое вот это вот что-то, производить вот эти работы. И это уже не просто черные подоконники. К сожалению, к этому мурманчане привыкли. По мнению экспертов, жители постоянно вдыхают угольную пыль. В этом случае риск получить тяжелые заболевания легких гораздо выше, чем у заядлых курильщиков. Врачи говорят о возможности проявлений страшных патологий. И хотя технологический выход есть, владельцы угольного терминала не торопятся им воспользоваться, потому что это стоит денег. О причинах и последствиях масштабного выброса открыто в порту не говорят, но при этом превышение допустимой концентрации очевидно зашкаливает. Что может грозить виновнику и чего ждать мурманчанам, выяснял Максим Галямин. Сотрудникам заправочной станции от соседства с торговым портом один только ущерб. Если к постоянному грохоту кранов девушки-операторы как-то умудрились привыкнуть, то вот угольная пыль, которая здесь осела сантиметровым слоем, заставляет задуматься о явных нарушениях. Чтобы не пугать клиентов, персоналу заправки по многу раз в день приходится протирать прилавки и каждые 20 минут мыть пол. Ведь на улице под ногами не снег, а черная каша. И не первый год это происходит, но в этом году это уже что-то с чем-то. Очень сильно. Сами видите, какой снег у нас. Даже флаг не можем повесить Российской Федерации, он чернеет на следующий день уже. Думаю, это не очень будет приятно видеть. Продавцы на Ленинском рынке пострадали чуть меньше. Хотя даже здесь, на закрытой со всех сторон домами и удаленной от угольного терминала площадке, висят серые сосульки.
Ну а местные продавцы вынуждены идти на риск, ведь не только продукты, но и одежда быстро портится от такой черной приправы. Конечно, это вредно, я так думаю. Вредно для здоровья. Одежду, наверное, чаще чистите, да? Вот. Практически все грязно. Все грязно стало. Что делать, вот как считаете? Я думаю, что здесь угол там, на это корабли или что-то, порт. Вот это убрать надо оттуда. Я так думаю себе. Марина Дятлева продает на рынке банные веники. Чтобы у связок сохранился товарный вид, их приходится чистить и перекладывать. При этом теплое пальто, в котором работает женщина, и ее руки говорят об экологической катастрофе гораздо больше, чем черные разводы на сугробах. И на мне оседает, да, и на прилавках. То есть руки все черные? Руки вот я мыла буквально минут 7 назад. Вот, они снова черные, да. Одежда тоже пачкается, я смотрю. Конечно, да. Есть выход одеваться во все черное. Это единственный выход, наверное. А вот мальчишки, играющие по соседству с рынком, как будто не замечают грязи и с удовольствием лежат на несвежем снегу. Да им и деваться-то некуда, но не ехать же из родного двора в соседний район. Местные мамы уже давно смирились с испачканной одеждой. Мама ругать не будет за такой комбинезон? Нет. Не боишься, да, домой прийти? Нет, не боюсь. Мама этот комбинезон не стирает, это у меня специально для гулянки. За последние годы перевалка угля в Мурманском торговом порту выросла в несколько раз. Вот только увеличив объемы работы, промышленники откровенно экономят на экологической безопасности. Но благодаря устаревшим законам поймать владельцев угольного терминала на превышении предельно допустимой концентрации пыли, оседающей в квартирах жителей города, фактически невозможно. ПДК очень высокие установлены для порта. То по субботнему происшествию мне непонятно, кто из проверяющих или кто из лабораторий, замеряющих эти вещи, сказал, что ПДК не превышено. Потому что если оно в этот раз не превышено, то я уже тогда не знаю, что такое может быть. Мне кажется, что либо в порту что-то случилось вот этим субботним утром, там, или, не знаю, в пятницу ночью, либо это то, что связано с так называемым НМУ, это неблагоприятные погодные условия, о которых всегда Росгидромет сообщает всем промышленным предприятиям. Вполне вероятно, что порт проигнорировал предупреждение официальных комментариев экологам, так и не поступало. Вызывают сомнения и результаты экспертиз, ведь по сути частные лаборатории, проводящие анализ, не несут никакой ответственности. Да и сам порт в случае выявления нарушений получит штраф, явно не мотивирующий на совершенствование технологий перевалки. Мне нравится в этом плане опыт Приморского края. Там губернатор подписал закон местный о том, что любые новые терминалы по перевалке угля должны быть только закрытые. Потому что все эти угольные терминалы, они стоят рядом с рыбными портами, и уголь и рыба не очень совместимы. Строительство угольного терминала на другой стороне залива не решит проблему, ведь поток угля в Мурманский порт вряд ли сократится. Из-за откровенной экономии бизнесменов страдают дети. Воспитанники как минимум двух дошкольных учебных заведений Мурманска 3 дня не могли выйти на прогулку по указаниям медработников. Играть на черном снегу и дышать угольной пылью опасно само по себе, но особенно в период эпидемии гриппа. В детских садах и прогимназиях города продолжается карантинный период. Каждодневная двухразовая прогулка для дошкольников имеет большое значение. Обычно, когда дети дышат свежим воздухом, все помещения в учреждениях проветриваются. Но воспитанники детского сада номер 79 и 61 прогимназии, а это около 300 маленьких детей, были вынуждены заниматься в группах. Во время прогулки это такой тесный контакт с грязным снегом, а среди детей очень много астматиков, аллергиков. Учитывая вот эту угольную пыль в воздухе, может быть обострение вот этих вот, если это вялотекущее, в спокойном состоянии в ремиссии, то может дать обострение у ребенка. А учитывая сейчас у нас идет эпидемия гриппа, все это в куче дает хороший букет заболеваний. Но если вдруг выпадет много белого снега, ситуация, конечно, изменится. Прикроет все то, что у нас есть. Но в данный момент детям гулять нельзя на площадках. И вообще вот родителям рекомендуем, что быстренько-быстренько покидать территорию.
Масштаб угольной проблемы оценил депутат Государственной Думы Олег Лебедев. На этой неделе он с рабочим визитом посетил столицу Заполярья. Что увидел парламентарий вместо северных красот? Экскурсию по черному городу ему провели наши корреспонденты и шокировали депутата. Олег Лебедев признался, что с угольной пылью не сталкивался. А когда услышал в Мурманске о сером снеге, даже не представлял, какого масштаба эта проблема. Мы сегодня проводим мероприятия, направленные на ликвидацию нефтеразливов, то есть экология. А тут оказывается еще в бытовых условиях, во дворах вот такое безобразие. Я, конечно, честно говоря, действительно в шоке. Самое важное – это дети, повторяет Олег Лебедев, прогуливаясь по детской площадке, на которой уже давно не слышен смех ребят. Мурманчане, с которыми пообщался депутат, говорят, сюда даже собаку страшно выпустить гулять, не отмоешь потом от сажи. О том, чтобы дети играли на площадке во дворе, и речи не идет. А как же вы с ребенком гуляете в таких условиях? То есть вы как-то стараетесь, чтобы куда-то в другое место? Ну, мы стараемся здесь не гулять, мы ходим в другое место гулять. А как далеко вам надо ходить? Вот, то есть насколько загрязнена вот эта вот территория? Как далеко вам надо ходить, чтобы в нормальных условиях? Конкретно мы ездим даже в другой район. Другой район. После общения с мурманчанкой депутат Государственной Думы попросил показать источник проблемы. Увидеть терминалы по перегрузке угля в торговом порту в Мурманске можно с нескольких точек. Весь процесс как на ладони. Видимо, это старые технологии, которым уже много-много лет. И сегодня, конечно, вот мы приняли закон о наилучших доступных технологиях, в соответствии с которым вот производство, те, которые используют старые технологии, они должны платить за существенное загрязнение окружающей среды. Ну а здесь вот типичный пример вот этих старых экологически грязных технологий, не производство, а вот погрузка, но тем не менее загрязнение колоссальное. Колоссальное загрязнение. Мы этот закон активно поддерживали о наилучших доступных технологиях. Вот президент о нем говорил недавно по телевизору и в своем послании тоже, что он актуальный, нужный. Олег Лебедев пообещал выступить с докладом об угольной пыли с трибуны Государственной Думы. А уже завтра он сядет за подготовку правительственных телеграмм в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и обязать виновных принять комплекс мер, направленных на ликвидацию загрязнений. Анастасия Карева, Александр Агуров, телеканал Арктик ТВ. Впрочем, в прокуратуре все же подключились к проблеме. После выхода в эфир ряда сюжетов про антрацитовый Мурманск межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту возможного превышения уровня концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе. В редакцию телеканала «Арктик ТВ» звонили сотни жителей Октябрьского и Ленинского округов с жалобами на черный снег. Обеспокоенные мурманчане, испуганные огромным количеством угольной пыли, которой мы дышим, начали обращаться во всевозможные инстанции. К проверке прокуроры привлекли специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений. На терминале по перегрузке Мурманского морского торгового порта осуществлен отбор проб снега с целью идентификации содержания загрязняющих веществ в снеге. Сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с указанными специалистами осуществлен выезд и осуществляется отбор проб снега, воды, угля на территории Мурманского торгового порта, а также на границах санитарно-защитной зоны Мурманского торгового порта и прилегающих территориях с целью указанной идентификации данных субстанций. Но не только проблема угольной пыли заботили на этой неделе мурманчана. Совсем недавно утих скандал с оплатой квитанции за капремонт, а телефоны нашей редакции опять оборвали пенсионеры. На этот раз клиенты Сбербанка. Там мурманчан поставили к терминалам. Некоторые отделения банка в Мурманске прекратили принимать оплату коммунальных услуг через кассу. Жителям города стали предлагать пользоваться специальными терминалами или же платить через банкомат. Пожилых людей такие нововведения, конечно, не устроили. Ни умения, ни доверия к машинам у них нет. Но при попытке обратиться в кассу ответ получали один. Не нравится? Идите платить в другое место. Денис Прокопенко продолжит тему. Если она живет одна, вообще ей по терминалу не платить. До кассы она еще доходит, до сберегательной кассы. И к оператору у нас может постоять. А в терминале бабушка не разберется. Вот я сейчас оплачивала ее квитанции. Простояла минут 15, наверное, для того, чтобы все это оплатить. Надежда Соловьева в Сбербанке оплачивает коммунальные услуги не только за себя, но и за пожилую соседку. С недавних пор в отделении на Кирова перестали принимать наличные и отправляют посетителей к банкомату. Пенсионерка, о которой заботится Надежда, сама разобраться с премудростями общения с электронным кассиром не может. Просто говорят, что они переходят на систему оплаты по терминалу,
И все должны оплачивать через терминал. Я сейчас как бы делаю акцент на то, что именно пожилого возраста. Они в этом не разбираются, им очень трудно. Как-то обратите внимание на пожилое население. Особое возмущение пожилого населения вызывает тот факт, что кассы в дни оплаты свободны, а к терминалу в это время выстраивается очередь. Там стоят все, сидят эти, как говорят, работники, ни одного посетителя нет, а в банкомат стоят люди, тыкаются, пыкаются пенсионеры. Мы недовольны, мы, конечно, пойдем на почту платить, если им не нужны деньги. Пока к терминалам посетителей ставят не во всех отделениях Сбербанка. Например, на проспекте Кольский, 194, в кассу заплатить можно до сих пор. Не знаю, я сколько здесь плачу, всего сколько лет живу здесь, 40 с лишним лет. Здесь всегда платила, нормально всегда было, никогда у меня никаких проблем не было. Не должно быть проблем и в других отделениях. По словам сотрудников банка, никакого официального приказа о прекращении приема платежей в кассах не поступало. Были разговоры о популяризации электронной системы приема платежей, а в отделениях, очевидно, его неправильно поняли. Мы с руководителем этого филиала уже переговорили. Понимаете, всегда есть двойное толкование. Вот мы говорим, ребят, популяризируйте, но не говорим, ребят, запрещайте. Поэтому всегда для клиентов будет альтернатива. Окна мы никогда закрывать для приема платежей не будем. Беседа эта состоялась в отделении на Щербакова 7. По словам сотрудников, у них кассы работают по прежней схеме. Однако посетители уверяют, все совсем наоборот. Светлана Молодцова приходила сюда заплатить за квартиру 2 дня назад. И ее также отправили к терминалу. А мне никак не получается, в кассу пришла вчера. Отказали, сказали, идите через... А мне там копеечки надо внести. Идите на почту тогда. Ходила на почту, платила. Да, сказали, мы теперь отказываем, потому что только через терминалы. Исходя из слов заместителя управляющего, запретить жителям Мурманска оплачивать коммунальные платежи через кассу никто не имеет права. Впрочем, через несколько дней в Сбербанке ситуацию прояснили. В нескольких отделениях чересчур буквально восприняли указ сверху популяризировать платежи через терминалы. Разъяснительная работа с сотрудниками уже проведена. Операционные кассы в Сбербанке будут работать, как и работали, но к терминалам лучше постепенно привыкать. Общаться с электронным кассиром не так сложно, считают руководители Сбербанка. Это дело привычки. Тем, кто не справляется с оплатой коммунальных услуг самостоятельно, помогут и научат консультанты банка. Окна работают, платежи принимают, убеждает руководство Сбербанка. Офисы, в которых пожилых клиентов чересчур настойчиво отправляют к терминалам, единичный случай. Замечают это и сами пенсионеры. Например, в отделении на Ленина 23, корпус 1, кассы обслуживают клиентов, как обычно. Нет, нет. Вот девочки очень вежливые, такие приветливые, все, мне очень нравится. Я сюда приезжаю из больничного городка. В целом, статистика приема платежей через кассы совпадает с показателями прошлого месяца. Несмотря на это, клиентам все же предлагают учиться общению с платежным аппаратом. Это позволит освободить время для более сложных операций. Мы же с вами переходим в наши филиалы. Для чего? И оформляем доверенности, завещания. Необходимо поговорить, как удобнее, на какой удобнее депозит разместить свои денежные средства. Какие еще есть у нас инструменты для того, чтобы сделать свои вложения. Как оформить переводы, предположим, ту же самую за границу. Это у нас очень такая популяризированная услуга. То есть как раз вот эти операции, когда требуется поговорить с человеком, получить полную консультацию, это та часть, самое главное, которая позволяет делать это правильно, когда есть время. Понять такую позицию Сбербанка можно. Более того, по мнению его сотрудников, приняты все возможные меры, чтобы облегчить пенсионерам процесс общения с электронным кассиром. В каждом отделении консультанты готовы помочь заплатить за коммуналку и объяснить, как пользоваться автоматом. На самом деле, вот есть пенсионер, которому даже не нужна помощь, не знаю, стоят, оплачивают, да, допустим, даже есть те клиенты, естественно, которым нужно помогать оплачивать, мы, естественно, помогаем. Если они плохо видят, мы, естественно, им показываем, заплачиваем. Естественно, говорим, даже показываем, учим, скажем так. Однако нельзя отмахиваться и от привычек пожилых мурманчан. Платить по старинке им удобнее. Даже несмотря на помощь консультанта, Альбина Кочетова говорит, что в следующий раз пойдет в кассу. Терминалу она не доверяет. В окно подошел, номерочек взял и все, хорошо. Это даже мы прям просто рады стали ни на почту не ходить недалеко. Я вот здесь живу, прям рядом. Ну вот это вот меня очень беспокоит всегда. Придешь, ходишь, спрашиваешь, как, кого. И неудобно, и стыдно, и не знаешь, что. В руководстве банка прекрасно понимают, что мгновенно приучить к терминалам поток клиентов, привыкших из года в год платить в кассы, невозможно. Прием платежей в окнах обещают не прекращать.
Экономическая ситуация в Заполярье на этой неделе особо не изменилась. Состояние продовольственного рынка в регионе вызывает особое беспокойство. Мурманчане стали больше экономить на продуктах питания. За ростом цен на них следят в специально созданном оперативном штабе областного правительства. По словам губернатора, необходимо держать руку на пульсе и в случае необходимости предпринять действия для сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке и сдерживания роста цен. В первую очередь это касается социально значимых продуктов. В то же время в правительстве понимают, что решить проблему без основных участников рынка, влияющих на ценообразование, невозможно. Необходим диалог с оптовиками и крупными торговыми сетями. Особенную тревогу вызывает изменение цен на социально значимые продукты. Ситуация, которая складывается сегодня, она, конечно, не вписывается в норму, поэтому к ее оценке подключены и органы власти, которые осуществляют контроль. В свою очередь, сокращений и оптимизации не избегут и чиновники. В областном правительстве сократят содержание аппарата госслужащих. Там, кстати, теперь экономят даже на бумаге. Проекты докладов и протокольных решений отсылаются только по электронной почте, а не выдаются на руки в бумажном виде, как раньше. Заявление о предстоящих сокращениях сделала губернатор региона на встрече с депутатами Мурманской областной думы и тут же предложила им провести аналогичные мероприятия по оптимизации. Депутаты это предложение поддержали. Кроме того, Марина Ковтун отметила, что экономическая стабильность в Заполярье не вызывает особо серьезных опасений. Данные, полученные по итогам заседания экономического совета, встреч с бизнес-сообществом и главами муниципальных образований области, обнадеживают. Предприятия не планируют снижать отчисления в бюджет. В конце февраля решено провести совместное совещание правительства и депутатского корпуса, чтобы обсудить меры, направленные на сохранение темпов роста экономики. Тем не менее, затянуть пояса, чтобы помочь областной казне, хотят не все депутаты. Например, Василий Шамбер, находящийся под домашним арестом, попросился в депутаты за зарплату. Экс-спикер Мурманской областной думы, который является фигурантом нескольких уголовных дел, обратился к коллегам с просьбой принять его на депутатскую должность на постоянной основе. Работать он собирается дистанционно. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди народных избранников на этой неделе. Парламентарии впервые в новом году собрались на очередное заседание. Анастасия Карева подробнее. Говоря простым языком, Василий Шамбер захотел снова получать немалую депутатскую зарплату. Ходить на работу он не может ввиду домашнего ареста. Защитники Шамбера, коммунисты и депутат Александр Макаревич, доказывали коллегам, Шамбер может выполнять свои обязанности и дома. Депутатская работа заключается в встрече с избирателем в первую очередь, выездные заседания, посещение заседания Мурманской областной думы, работа в комитетах и, конечно, как я уже сказала, прием населения. Это полноценная работа. 8 часов, я считаю, что пусть не нормированный рабочий день, но 8 часов мы должны быть на работе. По крайней мере, как все, без изменений. Я не понимаю, каким образом человек, вот пока находящийся в такой ситуации, может исполнять свои полномочия, свои обязанности на все 100%. Члены фракции КПРФ и Александр Макаревич попытались доказать депутатскому корпусу, что Василий Шамбер может выполнять 50% своих обязанностей на дому. Но тогда было бы справедливо требовать не всю зарплату, а ее половину. Впрочем, работа депутата не предполагает полставки. Защитники Шамбера, видимо, также не знают, что домашний арест ограничивает общение с внешним миром. Внешнему миру до арестованного тоже не достучаться. Как же тогда депутат сможет общаться с избирателями? Честно говоря, не очень представляю, что можно таким образом работать депутатом. Вот. У нас, я не помню, вот надо посмотреть регламентный, мы табель, график рабочего дня, если он заполняется как принцип, то вообще нонсенс появляется, график заполняется, человек отсутствует и получает зарплату, предположим, если он сюда не приходит на работу. То есть вот есть такие нюансы юридические, которые надо рассмотреть. Поэтому, честно говоря, в полной мере я не представляю, что эту функцию можно исполнять, находясь под домашним арестом. И если сегодня будет большинство, они примут, я считаю, что это будет удар, в общем-то, и дискредитация в целом депутатской деятельности и депутатского корпуса Мурманской областной думы. Кстати, сегодня Василий Шамбер не смог выполнить свои депутатские обязанности ни на 1%. Фигурант ряда уголовных дел, отстраненный от должности экс-спикер областной думы, воспользовался правом передачи своей карточки для голосования коллеге. Выбор пал на Олега Алексеева и оказался ошибочным для Василия Шамбера. Депутат оказался настолько принципиален, что не взял карточку для голосования. Таким образом, Шамбер, пусть и заочно, но не смог принять участие в сегодняшнем заседании думы. Зато живое обсуждение вызвал его вопрос о приеме на депутатскую должность на постоянной основе. После часа дебатов депутаты решили рассмотреть вопрос в закрытом режиме.
Решить судьбу экс-спикера Думы Василия Шамбера даже в закрытом режиме депутаты не смогли. Вопрос снят с повестки дня, по крайней мере, до решения суда, куда депутат также обратился с просьбой вернуть ему рабочее место и заработную плату. И в очередной раз не смог принять участие в заседании Думы еще один депутат Дмитрий Гавриков. По версии следственного управления он числится в розыске, а по версии самого Гаврикова в продолжительном отпуске. Все это время он передавал право голоса своим коллегам по партии ЛДПР. Председатель парламента Михаил Ильиных внес в повестку дня вопрос о переизбрании. Место Гаврикова теперь окончательно занял его коллега Максим Нефедов. И еще один кадровый вопрос – избрание первого заместителя председателя Мурманской областной думы. Спикер предложил кандидатуру Бориса Пищулина, председателя комитета по бюджету. За него проголосовали 25 народных избранников, четверо высказались против и двое воздержались. Вопросы, заданные первому заместителю председателя думы, ввиду его руководством бюджетной комиссии, так или иначе были связаны с экономическим кризисом в стране. Сегодня, конечно, точек роста можно обозначить много. Но мы понимаем, что даже из всех проектов, которые были на стадии внедрения, Мурманской области, сегодня, скорее всего, сроки по ним отодвигаются. Поэтому, вот, возвращаясь к первому ответу, я хочу сказать, что вот наша задача сегодня, самое главное, чтобы мы вышли из сложных экономических условий и какой-то задел на будущее сделали. Заседание Мурманской областной думы растянулось на 2 дня. Помимо кадровых, на повестке дня еще 40 вопросов, в том числе о социальной поддержке граждан, о содействии жилищного строительства, о награждении почетными грамотами. Бурное обсуждение вызвало предложение обратиться к президенту Российской Федерации по вопросу временного освобождения от оплаты таможенных пошлин и НДС рыболовецких судов, построенных или прошедших реконструкцию на зарубежных верфях. У нас 78 незаходных судов только по нашему бассейну, более 130. В целом по России. Они не могут зайти сюда даже, чтобы рыбу привезти, чтобы отбункироваться, чтобы пополнить свои промысловые, там, вернее, запасы промыслового вооружения. И вот разные цифры есть, что мы недополучаем оборотных средств в бюджете области порядка 8 миллиардов рублей. Дело в том, что суда, которые строили или ремонтировали за рубежом, не могут без оплаты пошлин войти в наши порты. Чтобы не платить миллионные сборы и не нести убытки, руководители рыболовецких компаний принимают решение сбывать продукцию за границей. Вопрос вызвал дебаты. Депутаты сначала даже не включили его в повестку дня, и только после переголосования вопрос прошел. Проблему незаходных судов обсуждают на разных уровнях власти уже больше 10 лет, обозначая ее как конфликт между интересами государства и бизнеса. На одной чаше весов возможные крупные поступления в бюджет, на другой интересы рыбопромышленников и, конечно, продукция, которая могла бы поступать на столы россиян. После бурного обсуждения народные избранники все же приняли решение отправить обращение в защиту рыбаков в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева. Но это еще не все, о чем мы успели вам рассказать. Вот что вы увидите во второй части программы. А мы вернемся после короткого перерыва. Финансовые жертвы красоты. Напугали меня очень сильно. Сказали, что я там практически живой труп ходячий. Развод на месте или предложение помощи. Декларации соответствия, выданные уполномоченным органом по декларированию данной продукции, в соответствии с которой производится реализация продукции на территории Мурманской и Мурманской области. Конечно же, без данных документов просто невозможно было бы юридически реализовывать продукцию. Комментарии юристов. На свободу с чистой совестью. Что делать тем, кто отбыл срок наказания? 52 мне сейчас. Пробовал из них 38. Как, где и на что жить после зоны? Когда место тренировки – Атлантический океан. Мурман-Сити, Мурман-Сити is watching you. Okay, it will not be possible to do any distance, because the weather is not good, okay. But I will go in. Зарубежные российские моржи готовятся к первому мурманскому чемпионату мира по ледовому плаванию. Это итоговая программа «Столица», мы продолжаем. Большинство жителей области узнали о смене поставщика электроэнергии в своих домах только по шапке в квитанции. «Колатомэнергосбыт» к выполнению своих обязательств приступил 1 февраля. Компания, которая входит в состав концерна «Росэнергоатом» в Мурманске, свою работу начала с чистого листа. Но должникам не стоит расслабляться. Кредит за электричество придется выплачивать старому поставщику МРСК «Северо-Запад». И если на простых потребителях такой переход никак не сказался, то юридическим лицам придется немного похлопотать. Перезаключение договора в этом случае обязательно, и сделать это нужно до 1 апреля.
Условия договоров не меняются. Сроки платежей, стоимость электроэнергии. На сегодня ничего из этого не меняется. Меняются только реквизиты гарантирующего поставщика, которые указаны в новом договоре. Гарантирующий поставщик – это организация, которая обязана принять любого обратившегося к ней потребителя на обслуживание, либо лицо, которое представляет интересы данного потребителя. По всей стране прокатилась волна скандалов, связанная с продавцами косметики, которые убеждают женщин в кредит купить элитные препараты красоты. Мурманск не стал исключением. В нашу редакцию обратились сразу несколько женщин, которые, по их словам, узнали об условиях покупки только на следующий день после ее совершения. Ну, правды ради надо сказать, что наши героини не побоялись скандалов, обратились в салоны и вернули деньги. Менеджер Наталья Родионова в череде рабочих дней с трудом находит время добежать до салона красоты. Да и дорого там. Но совсем недавно ей улыбнулась удача. По телефону ее пригласили на бесплатный сеанс к косметологу. В салоне девушку хорошо приняли, в течение 4 часов ни на секунду не оставляли в одиночестве. Говорили комплименты, предложили целый комплекс процедур и даже провели общую диагностику. Напугали меня очень сильно, сказали, что я там практически живой труп ходячий, то есть все страшно очень, у меня скоро здесь венозное расширение вен, бутинюшный нос, то есть у меня все прыщи, там чего у меня только нету. Вот. Волосы у меня вылезают, я уже лысею практически. Вот. Потом сказали, что все, не переживайте, это все лечится, нужно собой заниматься. Аккуратно, но настойчиво сотрудники салона подвели Наталью к тому, что тратить 100 рублей в день на себя любимую, на свою красоту, эта сумма попросту ничтожная, а в месяц всего-то 3000. Я в себя пришла только на следующий день. То есть я осознала, что со мной произошло. Мой мозг был реально как воздушный шарик. То есть отключилось сознание того, какой-то ответственности. Ну, в общем, на следующий день я проснулась и осознала, что на мне висит кредит 129 тысяч рублей. То есть это нереально для меня. И таких случаев сотни. В интернете женщины со всей России рассказывают, как стали счастливыми обладательницами волшебной косметики, сами того не желая. На втором этапе клиента подвергают психологической обработке. Техника продаж отработана. Выбирается потребность, которая не удовлетворена. Далее примитивные манипуляции. Вести человека в легкий транс помогают разные орудия из психологического арсенала. Громко играет музыка. Очень трудно вообще расслышать, о чем с тобой разговаривает персонал. Предлагают напитки, там чай, кофе, воду. Вот, я сначала отказывалась, но... Очень все мило меня принимали, предлагали настойчиво напитки. Естественно, я выпила чай, я там сидела 4 часа, меня конкретно обрабатывали. Предлагали еще воду, я пила все. Кучу комплиментов мне говорили, все расспрашивали, все показывали, делали, значит. А потом мне ни на одну секундочку одну не оставляли. Как утверждают сами женщины, напитки им не просто предлагали, а фактически навязывали. Это кадры из расследования журналистки Марии Темниковой. Она выводила дешили на чистую воду в Москве. Экспресс-тест на наркотик выявил у нее наличие метамфетамина. Этот запрещенный препарат обычно вызывает чувство эйфории и необоснованной радости. Екатерина уверена, что метамфетамин ей могли подмешать в чай. Никто из наших героинь экспертизу на наличие в крови наркотиков, конечно, не делал. И поэтому утверждать, что в салонах красоты людей одурманивают, мы не можем. Зато бывшая сотрудница этой компании, Ольга Сукновалова из Москвы, в социальных сетях приоткрыла завесы тайны. Цитирую. Косметологи, не стесняясь другого персонала, спокойно добавляли какую-то смесь в чай или кофе. Любопытно, но в мурманскую полицию ни одного заявления не поступало. А выигранных в суде исков по всей России нам удалось найти только 2. Но шанс получить деньги обратно все-таки есть. Необходимо в первую очередь срочно попытаться обратиться в банк, с которым он подписал кредитный договор через агента этого банка, и расторгнуть кредитный договор, отказаться, значит, от таких услуг банка, пока денежные средства с банка не поступили в оплату за указанный товар. Как правило, не в пользу. Вот. Как правило, нужно гражданам доказывать, что товар, который был ими приобретен, значит, он, значит, причинил какой-то вред их здоровью. Это аллергические реакции, это, значит, температуры, значит, ну, любые реакции организма, да, на этот товар. И самое главное, доказать причинно-следственную связь между, значит, там, употребляемым товаром, да, который там употребили там, тем или иным путем, и, значит, теми последствиями для их здоровья, которые впоследствии наступили. С юридической точки зрения действия сотрудников салонов красоты мошенничеством не являются, поэтому перед законом они чисты. Любой продавец, владеющий техникой продаж, ходит одними и теми же путями, поэтому вычислить его несложно. Да, если действительно вам поступил звонок,
отказывайтесь от предложения попробовать что-либо бесплатно. Подумайте хотя бы о своей коже, что вы не знаете, что в этих тюбиках, да, как это может повлиять. Дальше, если вы решились прийти, не приходить одной и не оставаться одной ни при каких обстоятельствах, и увеличивать дистанцию. Еще можно прикинуть ценность этих денег. Например, куда бы вы могли слетать на эту сумму и как бы могли обогатить витаминами свое тело. В случаях с нашими героинями тяжелых последствий удалось избежать. Юридическая помощь и оперативно собранные документы помогли вернуть деньги, хоть и не все. Первый взнос за кредит все-таки пришлось заплатить. Но так повезло далеко не всем. Многие женщины, испугавшись судебных тяжб, продолжают платить по кабальным кредитам. Евгений Кондращенко, Евгений Бугрецов, Максим Галямин, Сергей Романец, Михаил Мелехов, Максим Петровичев, телекомпания «Арктик ТВ». Представители косметической компании «Монплатин» рассказали, как построен их бизнес. По версии предпринимателей, все действия законны. Клиентов о возможной аллергии предупреждают не раз, а тем, у кого не хватает средств на покупку дорогостоящей косметики, действительно помогают взять кредит в банке. Обязательное наличие паспорта при посещении первой бесплатной процедуры в салоне «Монплатин» представители компании объясняют так. Это просто регистрация, не более. На бесплатную, то есть на гостевую процедуру наш клиент может попасть один раз, да, потому что бывают разные клиенты, которые могут прийти по нескольку раз. Для того, чтобы мы провели одну гостевую процедуру, мы регистрируем клиента по паспорту, по персональным данным. Все специалисты, работающие в салоне «Монплатин», имеют профильное образование. В большинстве своем это косметологи-эстетисты. В салоне предлагают свою собственную косметику, качество которой подтверждают соответствующие документы. У организации имеются декларации соответствия, выданные уполномоченным органом по декларированию данной продукции, в соответствии с которой производится реализация продукции на территории Мурманска и Мурманской области. Конечно же, без данных документов просто невозможно было бы юридически реализовывать продукцию. В салоне утверждают, никаких психотропных веществ клиентам не подсыпают, а товар предлагают в виде стандартной презентации. Мы нашу продукцию предоставляем, да, у кого-то от результата нашей продукции возникают эмоции приобретать это, да, и возникает огромное желание это сделать. Больше никаких методов у нас нет. Каждая женщина хочет выглядеть молодо и красиво. Поэтому они хотят это иметь. Кредитный договор предлагается клиенту как альтернативный вариант оплаты наличкой. Кстати, его можно расторгнуть в течение 48 часов. Если времени прошло больше, то расторжение возможно только при наличии весомых причин, подтвержденных медицинскими документами. Заключение специального врача, который провел бы, назначил бы и провел бы аллергические пробы какие-то там, ну, сложный биохимический анализ надо проводить и подтверждать, что действительно от именно компонентов этой продукции появилась аллергия. «Монплатин» объясняет негативные отзывы в социальных сетях, провокации, а то и антирекламной кампании конкурентов. Уж то-что, а продажа косметики – серьезный бизнес. Как обычно бывает в кризис, с падением доходов населения эксперты предрекают рост криминала. В этом году из колонии Мурманской области должно освободиться больше 1000 заключенных. В Заполярье масло в огонь криминала подливает и то, что в регионе до сих пор нет ночлежки для бездомных. Далеко не каждого из тех, кто отбыл срок наказания, ждут на свободе родственники или друзья. У некоторых регулярных постояльцев казенного дома даже прописки нет. Получается, что человек выходит на свободу буквально в никуда. Но выход есть. Волонтеры общественной организации «Улица» помогают бывшим заключенным. Наши корреспонденты расскажут, как. Вечерний крепкий чай, заваренный в кастрюльке по тюремному рецепту. Таков ежедневный ритуал Виктора Михайловича. Сейчас ему 62 года, из них 38 лет, то есть больше половины жизни он провел в местах лишения свободы. В последний раз вышел 31 декабря, аккурат под новый 2015-й, с твердым намерением навсегда покончить с уголовным прошлым. Но сразу столкнулся с проблемами. Ни жилья у меня, ничего. Суд был у меня, дали надзор. Я на суде говорю, Кольский суд судил, на суде говорю, мне жить негде, как вы мне надзор даете? А я говорю, а хоть на вокзале живи, мы там тебя проверять будем. На работу пенсионера с тюремными наколками, конечно, брать не спешили. Людям за 50 и так проблематично трудоустроиться. А тут настоящий рецидивист с биографией покруче киношного Егора из «Калины Красной» Шукшина. Так я просто даже не знал, куда идти, чего вообще. Не знал, куда сунуть. Мне обещали, когда я еще в зоне был,
на подворье, отец Геронтий, обещали туда устроить. Я туда 4 раза приезжал, в оконцовке они сказали, нет, нам не нужно. Ну, они хотели, чтобы я там жил и как бы бесплатно работал. Там такие, как рабов держат. Я посмотрел, как там живут. Просто мне это такое не подходит. Виктор Михайлович, приветствую. В этой безнадежной ситуации помогли волонтеры общественной организации «Улица». Благодаря субсидиям от Министерства труда и соцразвития они сняли комнату Виктору Михайловичу. Затем подыскали вакансию разнорабочего в управляющей компании. Программа помощи бездомным бывшим заключенным реализуется впервые в Мурманской области. Но, как говорят общественники, уже понятно, что 2 месяцев, а только на такой срок сейчас отпускаются средства, недостаточно. Первая практика, первые 2 человека у нас... Думаем, что нужно вносить кое-какую коррекцию. Нужно не 2 месяца, а 3 месяца. Потому что 2 месяца очень такой срок небольшой. Ну, для кого-то нормальный, а кому-то нужно еще и побольше побыть вот в таком положении. Оформить пенсию, может быть, там еще какие-то вопросы инвалидности. Ну, много всего. Информацию о выходящих на свободу осужденных общественники получают от сотрудников УФСИН. К слову, как только закончился срок, завершаются и полномочия специалистов пенитенциарной системы. Человек выходит, закрываются ворота, и у него должен быть полный пакет документов, как то гражданский паспорт, СНИЛС, ну, то есть пенсионного страхования, вот, иные документы. Направляются запросы в муниципальные органы, иные образования, где человек предполагает проживать. Но после того, как человек освобождается и получает документы на руки, он остается предоставлен самому себе. Этой проблемой обеспокоены региональные уполномоченные по правам человека. В 2015 году должно освободиться 43 бездомных осужденных. Александр Патрикеев в ближайшее время собирается встретиться с представителями Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области для того, чтобы обсудить вопрос трудоустройства бывших заключенных. Наша задача, чтобы он вышел и остался человеком, а не пополнил опять ряды рецидивистов через совершенное преступление. То есть те люди, которые выходят и которые не находят себя, это страшное. Это страшное. То, что может, вот будем говорить, ну, совершить это самое, непредвиденные ситуации, нанести вред прежде всего людям. Так надо искать пути, чтобы, если кто-то стал на праведный, как говорят, путь, так и помогать ему, и пусть становится, и пусть больше туда уже не возвращается. Но это в идеале. В реальности же в настоящее время в регионе бездомными с уголовным прошлым занимаются только общественники из организации «Улица». Они помогают получить от государства, пусть скромные, но все же средства на съем жилья. Ну, надо сказать, что деньги тут небольшие. В месяц там, ну, 6-7 тысяч. Считайте, ну, в 20 тысяч, если на 3 месяца мы даем точку опоры, и человек социализируется. Если говорить о помощи вот в бытовом устройстве вот этих людей, ну, нам, конечно, нужны старые мобильные телефоны, может быть, какие-то небольшие холодильники, небольшие телевизоры, электрочайники, постельное белье. Ну, в общем, все, что человек использует в своем быту. На свободу Виктор Михайлович вышел с набором инструментов. Говорит, подарили как хорошему плотнику. Мол, его деревянные поделки в колонии шли на расхват. Своей новой профессии разнорабочего он доволен. Ведь мечта у него одна, и то очень скромная. Мне надоело все это. Мне все, вот эта зона просто надоела. И на свободе охота умереть от незрения. Виталий Шувалов, Александр Борисов, Сергей Романец, Александр Агуров, телекомпания «Арктик ТВ». Закалять детей можно, начиная уже с 3-летнего возраста. И примерно в это же время ребенку можно попробовать свои силы в плавании. А воспитатели в Мурманском детском саду номер 130 считают, что можно и нужно совмещать одно с другим. В этом учреждении есть свой собственный бассейн. Как занимаются с будущими чемпионами, расскажет Максим Галямин. По технике безопасности в воду нужно заходить, наступая на каждую ступеньку. Тренер и инструктор по плаванию Наталья Иваненко не устает напоминать своим воспитанникам простые правила. И тут же добавляет: главное – дисциплина. Дети слушают Наталью Владимировну как солдаты-новобранцы старшего офицера.
Наставления воспитателя слышны сквозь завесу шума и наверняка под водой. Ловить камушки на дне. Научусь плавать. Скажи, а тренер у вас как, серьезный? Да, серьезный, когда он разозлит на кого-то. А так нет. Не ругается на вас? Ругается, когда что-то так плохо очень вообще. А так вообще. Ну, если все хорошо, тогда он не ругается. Боязнь воды эти ребята уже давно преодолели, да и далеко не каждый взрослый может так ловко плавать брасом, переворачиваться на спину и задерживать дыхание. Пока маленьким пловцам лягушатник по пояс, но еще чуть-чуть, и эта чаша станет им явно тесной. Когда здоров, можно там гулять, там плавать, там еще что-нибудь. Ребятам из 130-го детского сада повезло. Далеко не каждое дошкольное заведение может похвастаться собственным бассейном. Мониторинг показывает, что такие комплексные занятия в разы сокращают процент заболевших. Результатом своей деятельности воспитатели более чем довольны. Мои способные, талантливые дети, которых вы вот сегодня наблюдали, по моим рекомендациям, разговаривали с родителями, всех рекомендую центральный бассейн, где у меня уже много детей там плавают, и наших сотрудников, дети, которые у нас тоже плавают, защищают уже первый и второй разряд по плаванию. Они уже более подготовлены туда подходят, с ними легче работать и удобно. Дети начинают заниматься в бассейне с 3 лет, причем исключений ни для кого не делают. Около 500 воспитанников раз в неделю с удовольствием проходят водные процедуры. Вообще же в садике разработан целый комплекс для закаливания. Раз в неделю у нас проходит занятие в бассейне, раз в неделю проходит занятие в спортивном зале, раз в неделю проходит занятие на улице. И еще нам очень повезло, так что у нас экологически чистый район, у нас тут в принципе уже там сразу лес, занятие проводится на лыжах. Помимо очевидной пользы для здоровья, это еще и хорошие перспективы. Ведь часть детей вполне вероятно заинтересуется большим спортом. А быть может, в будущем примут участие и в чемпионате по ледяному плаванию. Этот вид спорта активно развивается в городе. Впрочем, выступить на первом мурманском чемпионате мира по ледовому плаванию они не успеют. До престижного международного турнира осталось всего 4 недели. Вовсю идут последние приготовления. Сотрудники спорткомитета ежедневно связываются со спортсменами из других стран. Как закаляются участники в преддверии генерального заплыва в разных уголках мира, расскажет Татьяна Илусова. На связи Ирландия. Спортсменка и капитан команды по ледяному плаванию Нула Мур. Ее место тренировок ни много ни мало – Атлантический океан. В преддверии серьезного чемпионата она закаляется ежедневно. У нас нет большого бассейна. Вот мой бассейн. Но проблема в том, что в нем нет бортиков, а мне нужно тренироваться и проплывать дистанцию, отталкиваясь от бортов. Шапку и куртку долой. Ирландская спортсменка прямо во время интервью показала, на что способна. Вода Атлантического океана 3 градуса тепла. Это практически ожидаемое условие соревнований. Но в этот раз тренировка длилась недолго. Океан штормит. В Мурманске, конечно, шторма не будет, но температура воды ниже. Через 4 недели на Семеновском озере специалисты построят уникальное сезонное спортивное сооружение на 8 дорожек. Каждому участнику нужно будет проплыть расстояние в 1 километр. Еще один спикер организованной онлайн-конференции – Криштоф Вандраш из Германии. В прошлом году он стал победителем Мурманской мили и установил рекорд, проплыв дистанцию 1200 метров за 15 минут и 56 секунд. Вспоминая Мурманскую милю, хочу отметить прекрасную организацию мероприятия. Я уверен, что чемпионат по ледяному плаванию состоится на таком же высоком уровне в плане организации. И пловец, и организатор чемпионата Рэм Баркай из ЮАР. Он руководитель Международной ассоциации марафонского зимнего плавания. Именно по его инициативе Мурманск стал первым городом в России, где состоится международное состязание такого масштаба. Мероприятия, которые мы проводили ранее, не носили статус чемпионата мира. До этого в Германии, Ирландии были отборочные соревнования. Это будет первый чемпионат мира. Будет зарегистрирован первый мировой рекордсмен среди мужчин и женщин.
В настоящий момент заявки на участие в чемпионате подали спортсмены из 15 иностранных государств. Самый возрастной пловец из России, ему 62 года. По словам Рема Баркая, следующим шагом в развитии ледяного плавания станет его включение в программу зимних Олимпийских игр. Впрочем, выступить на первом мурманском чемпионате мира по ледовому плаванию они не успеют. До престижного международного турнира осталось всего 4 недели. Вовсю идут последние приготовления. Сотрудники спорткомитета ежедневно связываются со спортсменами из других стран. Как закаляются участники в преддверии генерального заплыва в разных уголках мира, расскажет Татьяна Илусова. Первый чемпионат мира по ледовому плаванию состоится с 20 по 22 марта. Спортсменам придется проплыть километровую дистанцию на скорость. Помимо иностранцев, готовятся к нему и российские, в том числе наши мурманские моржи. Как они тренируются и чем готовятся удивить зрителей, расскажут наши корреспонденты. Сначала занимался закаливанием, потом плавал в холодной воде и лишь 3 года назад первый раз погрузился в плавунью. Дмитрий Вахрушев – участник будущего чемпионата по ледяному плаванию. Свою устойчивость к низким температурам и сверхнагрузкам проверяет 6 раз в неделю. Тренируется в Кольском заливе, бассейне и здесь, на Семеновском озере. После таких испытаний на прочность любой вирус гриппа кажется несерьезным. Простуда, она бывает, если только насморк, но такой он это, он вяло такой текущий. То есть даже если ну, чувствуешь, что прям сильно, ну, все люди болеют. Если даже к тебе попала какая-то бацилла, ты, конечно, побаливаешь, но у тебя легче-то проходит и быстрее, конечно. Главный принцип любого моржа – без фанатизма. Сначала Ольга Андрюнина, также участник чемпионата, окунулась в ледяную воду на слабо. Теперь же подходит к процессу с холодной головой. Без закаливания, бега и велоспорта больших результатов достичь бы не получилось. А Ольге действительно есть чем похвастаться. Учитель по физкультуре в 11 классе собрал самых таких отчаянных, наверное, спортсменов и сказал, кому слабо, нырнуть в ледяную воду. Мне оказалось не слабо, так и пошло. Через дней 5 после этого я выступила на чемпионате области по зимнему плаванию и победила. И так вот у меня и пошло занятие этим. На чемпионате России по зимнему плаванию 2010 года девушка взяла золотые медали на всех дистанциях. Несмотря на достойный опыт, спортсменка больше всего боится оплошать. Ведь в мировых соревнованиях, которые пройдут в Мурманске в конце марта, участвуют известнейшие зарубежные пловцы. Но вот получится ли у них конкурировать с Ольгой и Дмитрием – вопрос спорный. Так что болеем за наших. Пока Мурманская областная филармония на реконструкции, музыканты выступают на других площадках. В художественном музее на этой неделе прозвучали шедевры классической музыки под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Гилева. Там состоялся концерт известного ансамбля «Мурманск Классик Квинтет». К классической музыке приобщился Евгений Кондращенко. Дмитрий Гилев с первых дней существования Мурманского филармонического оркестра является его концертмейстером. У первой скрипки 23 февраля юбилей – 60 лет. Лучший подарок для него – слушатели в зале, и совсем не важно, на какой сцене. Музыка занимает у музыканта все его пространство вокруг него. Она подчиняет весь ритм его жизни, и здесь это не любовь, а, можно сказать, страсть. Звучит новая программа под названием «Шедевры классической музыки», в которую вошли произведения Крейслера, Вагнера, Стравинского и Вивальди. Несмотря на трудности, а в филармонии сейчас идет масштабная реконструкция, в небольшом зале художественного музея, где проходит концерт, аншлаг. Среди слушателей – ученики Дмитрия Гилева. Таисия Бехтина, преподаватель музыки из города Островной, нашла время, чтобы приехать на концерт, ведь сегодня играет человек, который дал очень много. Музыка лечит, особенно классическая. Вот, и детей стараюсь тоже приобщать к музыке. Я работаю в музыкальной школе, преподаю скрипку и хор. Это последнее выступление «Мурманск Классик Квинтет» в этом сезоне в столице Заполярья. Они продолжат свои выступления в области. И это большой плюс для любителей классики из маленьких населенных пунктов. Ведь не каждый день можно насладиться музыкой профессионалов. В
Виталик, ну и тебя, и всех мужчин я хочу поздравить с Днем Защитника Отечества. Желаю тебе оставаться всегда в журналистском строю. Спасибо, куда же я от вас денусь. И у нас на этом все. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Мы прощаемся с вами. До встречи на Артик ТВ.